Вечером 26 ноября в Москве прошла церемония открытия аудитории имени Хо Ши Мина в Академии труда и социальных отношений АТИСУ, на которой присутствовали многочисленные представители Вьетнамского посольства в Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Общества российско-вьетнамской дружбы, руководство Университета профсоюза Вьетнама и преподаватели, а также студенты Академии труда и социальных отношений. Ректор Академии труда и социальных отношений Российской Федерации Евгений Михайлович Кожухин вместе с послом Фан Фаншоном перерезали ленточку на церемонии открытия аудитории имени Хо Ши Мина. В этой аудитории висят много фотографий памятных мишей, связанных с президентом Хо Ши Мином, российско-вьетнамскими отношениями. Это также важный шаг в расширении сотрудничества между вьетнамскими и зарубежными вузами. И совершенно логично, что мы открыли аудиторию имени великого вождя Вьетнама, человека, исключительно много сделавшего для укрепления, в том числе, советско-вьетнамских отношений, аудитории имени Хо Ши Мина. Здесь будут учиться студенты, которые будут приходить и видеть фотографии, видеть экспонаты, и тем самым учиться на примере жизни этого великого человека. Вьетнам отправлял своих студентов в эту академию еще с советских времен. И даже в настоящее время многие студенты получают здесь дипломы магистра и кандидата наук. Это символ сплоченности и многолетнего традиционного сотрудничества между Вьетнамским университетом профсоюзов и Российской академией труда и социальных наук. Многочисленные студенты Академии участвовали на церемонии открытия аудитории и были взволнованы и рады этому событию. Это большая честь принять участие в таком значимом мероприятии не только для нашей Академии, но и для наших народов России, Вьетнама. И я считаю, что это еще одна ступень на пути к укреплению нашего сотрудничества, наших отношений. Выступая на церемонии, посол Фан Фаншон говорил о заслугах президента Хо Ши Мина в установлении дружеских отношений с бывшим Советским Союзом. В данный момент с Российской Федерацией в своих выступлениях представители МИДа РФ Общества российско-вьетнамской дружбы сказали, что открытие аудитории имени Хо Ши Мина в Академии труда и социальных отношений является полезным делом, несущим вклад в усиление взаимопонимания между народами Вьетнама и России.